Всем привет, с вами Толя. И сегодня мы проходим Иконокласт, читая 10-я часть прохождения. Вот, сейчас я тут разберусь. Надо будет нам сейчас записать 5 сейфов. Так. Вот, гейм. Да, я просто сейчас, у меня прошлое видео записалось нормально, поэтому я сейчас вот эти 5 сейфов сохраню. Так, окей. Сейчас запишем, значит, вот это у нас сюда еще сохраним. Сюда. Ну и, в принципе, можно еще и... А, нет, пожалуй, сюда не будем. Да. Все, вот эти три, да? Все. Ну и поехали дальше. Так, нам сейчас направо, по-моему, надо. Да, и сейчас вот вниз. Что у нас тут? А, здесь, по-моему, секрет? Да, точно. Ivory Oil. Масло Ivory. Да, кстати, я... немножко посмотрел про перевод Ivory вот этого. Да, ну переводится оно как слоновая кость, но в контексте игры это не слоновая кость, а просто олево, топливо так называется, масло Ivory. Просто это как бы непереводимое такое, оно так и называется, Ivory масло. Вот. Хотя само слово Ivory на английском языке значит слоновая кость. Может быть, это обусловлено тем, что вот когда вот люди... вот с вот этим Ivory в крови, у некоторых тут бывает, по ходу сюжета, они почему-то из крови потом, когда умирают, у них кровь вот это превращается в какое-то такое, типа дерево такое, которое похоже тоже на слоновую кость, такой как бивень такой белый. Так, ну этих мы, по-моему, можем всем сейчас просто перепрыгнуть. А, ну ладно, убьем их. Так, давайте что-нибудь. На, что-то как-то не пошло пока. Как-то я затормозил немного. Так, тут еще, по-моему, будут? Или нет? Нет. Да, сейчас мы, по-моему, встретим Элора, да. Но эту сцену мы пропустим. Да, тут, по-моему, Элора сейчас будет. Да, вот сюда вот мы поднимаемся. Спускаемся сюда и посмотрим, что у нас сверху. А, сверху мы не сможем так попасть пока. Ну, потом мы там тоже сможем очутиться. Да, и вот у нас Элора сразу будет. Пропускаем. Итак, смотрим, что у нас здесь. А, здесь у нас еще один очередной. А. Ну, этих мы можем пропустить. Так, и тут у нас, значит, крафты триков. Ничего. А. Нам наверх можно подняться. Можно теперь. Вот так и вернемся в обратную сторону. Ну, как видите, у нас теперь четверо участников команды в верхнем правом углу. Нам надо подлечиться, конечно. Сейчас, по-моему, статуя как раз будет, да? А. Да, статуя. Сейчас мы подлечимся в статую. Да. Ну и заодно можем сохраниться. Уже на вот этот сейф. А, ну так, давайте сначала еще вот это вот сделаем. И теперь сохранимся. Уже. Чтобы когда мы, если что, загрузиться надо будет, чтобы мы сразу со всеми твиками... Ну, не со всеми, но... Так, нам сейчас, по-моему, надо на поезд.
если я не ошибаюсь, да. Просто я уж точно не помню, как там что, но помню на поезд. И сейчас мы скоро будем драться с матерью, по-моему. Да. Мы там, где мы должны быть. Да, сцену пропускаем. И что мы теперь должны сделать? Мы должны выбрать телепортирующую пушку, зажать ее и встать на место этого чувака. Ну и, как говорится, пойти в дверь. Так, это мы, по-моему, можем просто пропустить. И это тоже. Так, у нас все сердечки, да, стоят? Это хорошо. Потому что, когда мы будем драться, вот, да, ну я уже прошел эту игру, и я поэтому знаю, что вот этот босс, который сейчас нам предстоит, он самый сложный в игре. Все остальные, они проще. Ну, по-моему. Так, что с этим надо сделать? С этим, по-моему, надо вот так вот сейчас мы сделаем. И закидаем его бомбами. Он у нас тупой, он не понимает, что надо отойти. И поэтому, как бы, ну... Что-то я пока не понимаю, что надо сделать. А, вот так вот. Все. Все оказалось проще. Так, ну все сцены мы пропустим.
Бра. Да, это было непросто. Победил этого босса. С третьей, по-моему, попытки. Но все остальное, скорее всего, обрежу. Потому что, ну, зачем вам смотреть на это? Да, и даже не буду объяснять, как это делалось, какая тактика. Если что, вы, ну, там, погуглите или еще что-то. Просто, ну, там много всего. Там надо много всего знать. В общем, ну, например, если пес жмется к земле и трубит, как какой-то поезд, то это значит, что он сейчас проедется, и надо, значит, перед этим подпрыгнуть, на гайку зацепиться и перепрыгнуть через него. Если он пятится назад, то значит, он будет прыгать скоро вперед, и надо просто пройти мимо, пробежать. Вот, ну и много всяких тонкостей. Так, сцену пропустим. И эту, пожалуй, сцену тоже пропустим. Ну и эту тоже. Так, ну, сюда нам, похоже, не надо. Нам надо, во-первых, мы все сейчас уберем, во-вторых, возьмем какое-нибудь другое оружие, ну и в-третьих, сохранимся. Скоро будет, похоже, еще один босс. Мешаешь, мы можем спокойно поднять ворота. Так. А, может, босса не здесь, а где-то подальше. Это я что-то не помню уже. Да, ну этого мы сейчас пропустим. Он тут старика убьет сейчас. А потом, по-моему, Элора его убьет. Если я не помню, не ошибаюсь. Так, что у нас тут сейчас? Так, нам надо, по-моему, сейчас обратно идти. Да.
что сейчас мины будут. Ну, в смысле, мины не те, которые вот наша подруга тут. Ну, не подруга, а, да. Компаньонша, напарница. Мина. А мины, в смысле, ну... Ну, вы поняли. Не догнала нас пуля. Так. А, мы можем отбить. Точно. Ну, допустим, что я эту сцену не буду смотреть. Там нам, по-моему, опять сейчас на поезд надо. А куда же сейчас? Уже не помню, честно признаюсь. Но, по-моему, мы скоро должны будем на ракете полететь в космос. Скажет. Ну, нам явно сейчас не на поезд обратно надо, а куда-то сюда, скорее всего. А, да, все, я, кажется, вспомнил примерно, что нам сейчас надо делать. Нас сейчас рояль по кабинетам распределит. Да, точно. Так, и чего нам сейчас? А, да, рояль. Нет, не рояль. А, да, рояль. Ну, то есть, не рояль, но все равно рояль. А, да, мы с роялем, точно. Как вы видите, у нас партия состоит из двух человек. Робин и рояль. Только куда нам сейчас, я точно уже не помню. Так, скрафтить мы сейчас ничего не сможем. Так, ну, возможно, нам... Так. А, нет, я, кажется, изначально пошел вообще не туда. Да, точно. Нам сейчас вообще не сюда надо. Нам сейчас надо было на лифте ехать вправо и влево. Ой, вверх и влево. Или вверх, вправо. Причем два раза вверх. Моя оплошность.
Да. Вот так. Вот так. И вот так. Или вот так. Нет. А, ну. Вот сюда похожу. Да. Так, что у нас здесь? Это так, разминочка скоро будет более... Прикольная поездочка с этими странными змеями на цепях фиолетовыми. Да, тут еще нам показывают, что вот эти змеи, некоторые из них могут пуляться огнем вот так, как сейчас. Сначала они просто ездили, потом они пулялись огнем. Сохраняем прогресс. Ну и поехали. Да, на последнем дыхании, можно сказать. Так, и сейчас у нас будет босс. Ага, да. В общем, сложные места. Пошли. Так, ну это мы пропустим все. Thank you.
О, все, мы ее убили. Отлично. Ну, допустим, что мы пропустим эту сцену, опять же. Ну ладно, не получается пропустить. Да. Так, там есть статуя. Или нам не нужна статуя? Нам не нужна статуя. Нам нужно вот так вот и тут вниз нажать. И нажать как бы кнопку, как она называется, X. Не понял. А, тоже опять же X, вот так вот. Вот так вот мы едем. А, ну и тут сейчас Элра, он откажется нажимать кнопку, мина его пристрелит. Ну, не пристрелит, а как бы, ну, выстрелит по его ноге, чтобы он нажал на кнопку. Пропускаем. И это тоже пропускаем. Ну, пожалуй, что сохранимся. Так, не понял. Что нам сейчас надо делать? Куда идти? А! Да, ладно, мы сейчас вот здесь вот тогда сделаем секретик. Теперь поменяем пушечку. Вот так. Да, я просто почему-то не понял, где я хочу. Я почему-то подумал, что я знаю, где я нахожусь. То есть, что я нахожусь не там, где я думал. Пробуем. Ну, давайте еще раз сохранимся, так как мы взяли импровиум. Хотя это, конечно, не обязательно совсем. Так, ну и давайте вспомним. Так, ну, значит, здесь вот так. Нам надо, в общем, сверху проделать вот путь по платформам, чтобы он как бы был везде одинаковый. Чтобы он везде был, ну, чтобы везде были платформы. Так, что здесь надо? А, здесь, по-моему, надо наэлектризоваться, пустить бомбу. А. А, вот так. Что здесь надо? А здесь вот такая штука. Так, что нам тут надо сделать? Сейчас вспомню. Да, кажется, вот так. Сначала нам надо вот сюда. И бросить кубы вот сюда. Да, давайте еще здесь секрет один есть. Сейчас я не помню только, как его делать, но надеюсь, что вспомню. Так, ну давайте. Вот так. Ой. А, нам, по-моему, куда-то ключ надо перебросить. Или нет? Ладно, не помню. Мы все равно, тут эти твики, они не обязательны. А, опять надо это делать. А, так, вот так. Вот так. И теперь, не понял. А, вот так. И, значит, меняем на телепорт. Делаем раз. Да, делаем два. Делаем три. И делаем четыре. И делаем еще вот так вот. Нет, не так. Вот так. Пять. Да. И теперь, значит, ставим их вот как-нибудь так, знаете. Ну, как мы тут... Нет, не совсем так. Вот так, наверное. Да, ну, примерно вот так. Ну и теперь, как говорится,
Так, теперь нам один из ящиков надо сюда поставить, чтобы мы могли прыгнуть сюда. И далее делаем раз, делаем два, делаем три, делаем четыре, делаем пять. И делаем 6, делаем 7, делаем 8 и делаем 9. Ну и, соответственно... А, я, кажется, вспомнил. Как там этот секрет сделать? А, нам опять эти штуки надо? Ну ладно. Мне не сложно. Все? Кажется, все. И все, мародет. А, ну да. Ага, кажется, я немножко вспомнил. Да, теперь нам надо вот сюда. Что только не сделаешь ради всяких секретиков и сундучков. Так, а куда сейчас? Куда сейчас? Сюда что? А, ну да, похоже, что сюда. Так, надо вспоминать. А, да, здесь, значит, надо сделать так. Вот у нас блок. Он загораживает вот эту штуку. Крутим. Теперь... намагничиваемся. И так, только вовремя надо остановиться. Вот за что люблю Петровича. За то, что умеет вовремя остановиться. Это из анекдота про алкоголиков. Нет, тут уже не совсем то. А, тут уже нам надо сделать так. Давай сделать раз, два, три. Елочка, замри.
Вот так вот неэффективно. А-а-а, как же вы меня бесите. Так, еще один босс. Так, нам сейчас нужно, по-моему, вот другая штука, наверное, вот эта. Где же сам ниндзя? Или не ниндзя, как его там назвать надо? Хрениндзя. Он снизу что ли? А, вот он где. Мы его убили. Отлично. Я рад. Блин. Тут нельзя пропустить стану. Так, ну ничего. Ну давайте пропустим опять же. Как говорится. А, куда нам теперь надо? Нам дали какой-то ключ. А, вот это нам сюда надо, да? Ну, пролечь. А, ну, хотя... Хотя нам это не надо было. А, ну, у меня есть ключ. А, это прикольно, да. С Робином... Ой, с этим, с Элро. Тут сейчас тоже, опять же, будет босс. Как видите, Элро у нас немощный. Он может только вот так вот отразить удар.
Ну, я сначала не знал, что это такое, что это отражение на самом деле удара. Но с боссом это будет проходить как отражение всяких кинжалов и бомбочек. И штырять вот так вот. Причем как-то очень неумело. И прыгает он тоже как-то. Ну, потому что у него все покалечено теперь. Так, сохраняемся. Да, но мы уже, в принципе, довольно близко к концу. Сохранились, да? Ну да. Сейчас он будет очень еще медленнее, чем я говорю. Потому что я не успел договорить, и он еще не дошел. То есть я успел договорить, а он еще не дошел. Брейк, это брейк, детка, брейк. Брейк, это брейк, детка, брейк. Брейк, это брейк, детка, брейк. А, вот сейчас, значит, это, наверное, вот так надо делать. Да. Это брейк, детка, брейк. Верхний брейк, верхний брейк, не нижний. Что вот это внизу справа какая-то кнопка непонятная? Не могу понять. Так, а что с этим это делать? Да. Анекдот, что ли, какой-нибудь рассказать, пока он идет? Ну, будем считать, что это был анекдот. Ой, не эту кнопку нажал. Да, надо ждать. Вот так вот отделали сосунка. А, мы уже на базе, похоже. Мы уже космос пролетели. Да, как-то мы так.
нежданно-негаданно уже в космосе. Или нет? Ну, по-моему, да. По-моему, это... А, нет еще. Нет. Ошибся. Да, нам сейчас босс предстоит. По-моему. Ну, а тему просто пропустим. Да, лифт остановился. И сейчас агент White, по-моему. Или Black, не, по-моему, White. Так, что нам сейчас надо? Так, нам сейчас надо в первую очередь нейтрализоваться. И теперь мы все трики. Медленно, наверное. Потому что нам босс еще не закончился. Да, все. И сохраняемся. Thank you.
Мне ее даже жалко. Или его. Ну, это нормально. Потому что она как-то не немощно выглядит, а мы ее добиваем просто. Так, и сейчас она скоро опять на нас нападет, но мы перед этим... А, мы перед этим не сможем это сделать. Ладно. Так, как его убивать? С этим боссом покончено. Тут три этапа было, и все три этапа мы сделали. Так, ну и теперь мы будем лететь в космос. Сохраняемся.
Здесь неспроста такой долгий путь. Причем без всяких там декораций. Ну, особо. Конечно, есть тут какие-то шкафчики, креслица. Вот. Это мы с вами тоже пропустим. В общем, да, но мы должны подобрать рояля, потому что к нему явился монстр, и он его покоцал. И нам сейчас, вот, как видите, у нас секундомер, и мы должны добраться как можно быстрее до того места, откуда мы пришли. Рояль там просчитает, но это не страшно, потому что все равно тут такая сейчас ситуация будет немножко печальная. Дело в том, что рояль, в принципе, это, наверное, один из моих любимых тут персонажей, хоть я ничего не понимаю, практически, что тут говорится в диалогах, но, по-моему, он прикольный, он такой, ну, оригинальный чувак. Вот. И дело в том, что сейчас нам придется с ним расстаться. Это очень печально. Его придется здесь оставить. Потому что без его карточек мы пройти не сможем мимо двери. Или не карточек, а еще что-то. А тут одну карточку, ее видите, от игрового. Поэтому его надо здесь оставить и улететь. Так, кстати, да. А. Да, ну понятно. Там, в общем, сюда. Да, и улетаем. Улетаем, улетаем, улетаем в далекие края. Прямо к себе домой. Так, ну теперь... А, ну мы, в принципе, уже можем сказать в конце в самом. Давайте, значит, эту сцену тоже пропустим. И пойдем к боссу, к финальному самому. Сейчас сколько у нас времени вообще? Да, полчаса. Ну, я думаю, что мы можем успеть. Давайте сохранимся. Save progress. И вот сюда. Так, ну и нам сейчас надо не сюда, а вот, блин. Прямо вот сюда. А. Или не сюда, подождите. А, нам вниз еще надо, еще ниже. Так, ладно, сделаем так. Это я буду проходить в следующей серии. Вот, все это буду проходить в следующей серии. То есть у нас будет, скорее всего, 11 серий, потому что тут уже совсем недалеко от конца. Вот. Так что всем спасибо за внимание. До новых встреч. Спасибо за просмотр видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был Толя, это была 10-я часть прохождения Пенокласта. Всем пока! Now tell me the truth.